все таким образом наносится на кисть руки, все пальцы. Соответственно, кисть вот таким образом прикладывается к карте и отпечатывается операция. Процедуру дактилоскопии проводит следователь-криминалист регионального следственного комитета Сергей Личинин. Отпечатки пальцев – это чуть ли не первые следы, которые ищут на месте преступления. За 116 лет именно столько исполнилось со дня первого применения дактилоскопии, сама процедура изменилась не сильно. Появилась новая краска, которую наносят на руки, магнитные кисти, усовершенствовалась база поиска людей по отпечаткам пальцев. Лица дактилоскопируют посредством цифровых приспособлений, да, так называемый папилон, который есть в системе МВД. Вот, он автоматически загружает следы рук лица в федеральную базу, да, где они проверяются на предмет совпадений там, со следами пальцев рук, обнаруженных на местах нераскрытых преступлений. Это значительно упрощает работу. В январе этого года на территории цеха по сортировке мусора обнаружили труп мужчины с признаками насильственной смерти. Дактилоскопия показала, он ранее судим. Дома у него обнаружили следы застолья, алкоголь и еду. На стаканах отпечатки пальцев. Одни принадлежали убитому, другие – неустановленному лицу. Был один человек, которому и принадлежали данные следы рук, обнаруженные на стеклянных стаканах. В ходе допроса лицо сознал в совершенном преступлении. Криминалисты могут снять отпечатки практически с любой поверхности, с экрана мобильного телефона при помощи серой краски. Черная так отчетливо не покажет рисунок линий. Опознать преступника могут и по части ладони. Главное, чтобы след был отчетливый. Денис Леева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».